Одесский суд наконец-то вынес приговор по делу Одесского нефтеперерабатывающего завода, который, я напомню, принадлежал олигарху-беглецу Сергею Курченко. Как написал на своей странице в Facebook генпрокурор Юрий Луценко, теперь все имущество этого завода будет конфисковано и перейдет в собственность кабинета министров. В свою очередь прокурор Одесской области сообщил о том, что схемы молодого олигарха, или как его еще называли, кармана Януковича, нанесли государству ущерб на сумму 2 миллиарда гривен. Однако приватизация НПЗ по рыночной цене позволит не только, по его словам, компенсировать эти убытки, но и получить прибыль. Это больше, чем 77 гектар земли. Это виробничі потужності та інше майно. Загалом воно коштує більше, за попередніми підрахунками, більше, ніж 200 мільйонів доларів.